Доброго времени суток, господа. С вами Вернов, это Assassin's Creed Syndicate. Лошадка, ты чё, ты чё вообще, мужик? Ты с ума что ли сошёл? Все, водить не умеешь, проваливай. Так, чем сегодня заняться-то? Я даже не знаю. Нам, по сути, бы и районы нам захватывать. Давай точку обзора, в общем. Давай мы доберемся до точки обзора, осмотрим, что здесь по району. Какие-нибудь повыполняем задания в плане сюжетки. Ну, дополнительные вот эти задания, которые идут, ну, скажем так, да, сюжетные. И выполняем, естественно, захваты территорий, что-нибудь в этом роде, что-нибудь... Займемся освобождением Лондона. К тому же, действительно, как-то кайфа больше от этого всего. Ну чё, дай. Чё, крутой, дай. О, хорош вот эта штука у нас новая. Как она? Не палка, трость. Хорош, короче, справляется со своей задачей. Действительно, намного сильнее. Меня только одно что-то пугает. Мы с вами столько всего выполняем, и что-то у нас денег все... Все, короче, мало. Что за вообще за ерунда какая-то? Надо, в общем, поезд. Что это было? Что это такое еще? What the fuck? Хранилище оружия? Все это как-то с этим связано, что ли, или что? Короче, я что-то... До конца я что-то не понял. Найдите все три музыкальные шкатулки, достать диски, прячь в тайное хранилище под Лондоном. А, понятно. Так, убежище банды, вот сейчас сразу можно туда сбегать, там прям рядышком. Да по сути все здесь, по-моему, больше в районе ничего такого. А, освобождение детей. Ну, задания такие, знаешь, очень быстрые. Такие плевые, что называемые. И даже на одинаковом. Ну давай сначала, наверное, в убежище все-таки банды. Туда, в общем, сгоняем. Давай, выпрыгивай у меня, мать, давай. Так. О, балбес какой меня идет, а? Чё, сыкнуло, да? Сюда, говорит, попаду в упор, стоит, стреляет, попасть не может. Идиот. Ну чё, пацаны, вы больно крутые, да? Тут все стреляет, короче. Лох. Волохозавр-то, а в упор попасть не мог, серьезно. Я, конечно, понимаю, что мы уворачивались, но... По сути, вот с уворачиванием вообще глупость. По сути. Дура. Баба. Так. А, смотри, как о нас уже сговорили, что мы уже скользкие твари. Ты видишь, как о нас уже стали говорить? Уже совсем по-другому люди думают. А то до этого-то как разговор шел. Третий уровень. Чувак, ты что здесь забыл? Кто стреляет, ты пойми, вот это что ли? А, это наш тут! Охренеть ты, смотри! Вбежал, всех перебил! Чё-то вообще, короче, слушай, виселики, походу, сдуваться стали по полной программе. Мы просто как орешки стали щелкать. Сначала тяжело давалось, сейчас вот буквально немножко банду прокачал и просто посмотрел, вообще, что стало происходить. Они нас уже бояться начинают. Уже, видишь, висельники скользкие, путают, как и грачи скользкие твари. Уже, в общем, все нас боятся. До этого смеялись, все смешно им было. А теперь вот он стоит, вот, типа, подайте на пропитание, пожалуйста. Никто тебе не даст. Иди отсюда. Так.
100 метров, освобождение детей. Детей, кстати, вообще освобождать очень легко. Самое, пожалуй, ну, для меня вот лично самое простое задание вообще из всех. Его банально даже можно пройти, по-моему, вообще без убийств. Конечно, всякое случается, не спорю. Как бы... Лажануть-то везде можно, но так вот, чисто вот если, в принципе, то... Да нормально. Так. Что тут, входа такого нет, да? Жаль. Не, подожди, вот этот дура как-то стоит, значит. Подожди. Вы чё, а? Чё тут вообще орёте-то? Ты кто такой? Ты звонарьтик у нас, да? Блин, я хотел уже тебя бить. Жалко, нельзя. Так, максимальный тайтинг ножей. Когда у нас такое было? Так, давай, у нас тут ребятишки. Надо их освободить. Где они? Вот они. Там уже хватит орать. Раздражаешь прям. Так. Спасибо. Да ну, господи, Иви, ну это ж надо было так тупануть, ну. Сюда нельзя. Ух вы, бестолковые твари. Что у тебя есть? Денежки. Так, а, вон еще там, да? Чё ты, коп, ходишь ты здесь, а? Ты видишь, у тебя детей тут уничтожают, можно сказать, толпами. Скотобазы вот недоделанные. Хренью страдаете тут. Всех детей. Где у нас ещё-то дети? А, вот они. Разъявил, вот и пропустил. Всё! На кого? Да, конечно, на нее работаю, да. На эту мелкую. Не, заняться больше нечем, я вот на нее работаю. Она вообще там чуть не отъехала. Так. Преданность хорошо, все у нас прям вообще великолепно. Еще район. Отвоеван. Ламбет. Или как там, Ламбет? Ламбет, по-моему, да, правильно? Так. Что еще имеем? Что еще имеем? Имеем мы охота за головами. Мы сами-то сейчас аж где, подожди. Стоп, 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 стоп. Я себя не вижу, где я? А, вот здесь. Так, ну по сути, смотри, какой расклад. Можно... Да фиг его знает, чего-то только тут нельзя. У нас такая прям дорожка получается, в общем, к нашему району. Такая прям тянется, знаешь, такая потихонечку, потихонечку. Такой прям... Так, экзотический гонок. Нет, это не кайф. Давай кузню Blackburn. В принципе, можно на поезд переместиться. И оттуда, короче, этот... Ну, ближе, в общем. Если мы с поезда будем. Плюс, можно даже посмотреть, что там с выручкой на поезде. Там какие-то еще задания. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Плюс на поезде еще задания есть, всегда есть. Там от этой тетушки какой-то ненормальный. Нам-то, в принципе, какая разница? Никакой. Хотя, по-моему, банды можно по-разному. Расфуфыренными называли хорошо одетых карманников, работавших в местах массовых зрелищ. Гостями, взломщиков, барабанщиками, тех, кто одурманивал там, в общем, воровал. В общем, они ворюги, бандиты, бандитский Лондон, в общем, просто кошмар. Так, вот, забрать доход. Сколько? 1000.
Ну, больше стало. Привет, мистер Гатлинг. Отбейте атаку банды, которая хочет вернуть свой пулемет Гатлинга. Не хочу я ничего в таком духе. Конечно, наверное, сейчас весело, с пулемета надо стрелять. Ты мне что-нибудь можешь сказать толковое? Что-то говорить. А что, задание какое-то, что подрубился? Видимо, даже задание... Ну ладно, подрубился. Так сейчас будет прикольно, если в итоге Гатлинг от этого подрубился. Нет. Мисс Фрей, я принес книги. Надеюсь, я вам не помешаю? Нет, напротив. Я буду только рада. Сюжет какой-то веки называется. Это гербарий? Вы что, собираете растения? Представьте себе. Говорят, что у англичан это принято. Вы знали, что растения — это символы? Вроде что-то слышала. Ну, конечно. Но, к сожалению, у меня нет на это времени. Я могла бы вам помочь, если вы не против. Буду очень благодарен. Спасибо вам. И что нам в итоге с этими символами? Чего прикольно? Это что-то дает мне или чего? Получить сувениры. Троекратное ура. Чего? Ура, ура, ура. Чего? Что за троекратный ура? Не знаю, пока, видимо, что-то ничего не открыл, что ли. Да, кстати, мало того, я нам все на свете проехал, да? Или нет? Ну, не совсем. Короче, нам пора валить. Ой-ой-ой. Так, Иви. Давай. Наверх у меня, давай. Поскакала, вот. А чё за хрень? А, это у Джейкоба горит задание-то. Горит задание. Блин. Я думал, какой-то пожар тут случился. Думаю, что-то вообще игра, думаю, что стало что-то тут происходить постоянно. Новое. Так, ну, в принципе, можно и так. Быстрее! Да, быстрее. Потом мы тут на корыте на этом. Сейчас надо детишек освободить. Такую дорожку прям проложим между районами, чтобы у нас лучше сообщение было. Хотя я не знаю, как-то сделаю. Но, в принципе, без разницы. Я говорю, без разницы. Мы... Наша задача просто играть, смотреть, все то, что-то творить. Вообще непонятно что. Как бы, что-то делаем, и славно, и хорошо. Вот район Темзы не захвачен. Кстати, надо с ним вот тоже разбираться. С этими районами Темзы. Что-то надо тут делать, что-то надо тут мудрить. Сейчас тут досрочно, короче, игру закончим. Ну, серьезно. Сюжет уже, в общем, еще даже не пройден будет наполовину, а все районы, все будет закончено. Я только единственное надеюсь, что, знаешь, это не будет как в этом... Как в GTA San Andreas тоже, когда ты захватывал районы, а потом тебя все отбирали. Это было не весело, когда это случалось. Ты чё? Ой, блин, я забыл кнопки. Так, ладно. Успокойтесь. Не раздражайте меня. Чё за фигня? Глушило меня, типа, так, да? Так. Ого! Вас чё-то, господа, слишком много. Вы не находите? Чё играли столько много-то? Чё-то вообще не понял, чё их столько много-то?
Да нет меня. Что еще до хрена просто, ты посмотри. Просто вообще. Табун. Да я потому что вообще куда-то не туда прибежал изначально, да? Какой-то логово их прискакал, что ли? Или что я сделал? Куда я вообще прискакал? Куда-то прискакал. Да, хватит ныть. Вас сейчас и так всех спасу. Блин, Иви. Не тупи. Не тупи, Иви. Прощай, бригадир. Все. Нам тебя будет очень не хватать. Наверное. Так, Иви, 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 Иви. Все будет хорошо, обещаю. Кто-то знает, что я здесь, ты представляешь? Кто-то знает, что я здесь. А, это эти дураки там все ходят, ищут меня. Они реально ходят, меня ищут до сих пор. Так, а это что, мадам у нас? Она с ума сошла, наверное, да? Мадам, вам как-то можно помочь? Что-то, по-моему, ну совсем ничего не соображаете. Слышит он. Ты реально ходит, меня ищет, ты прикинь. Блин. Детишки? Я скоро буду. Да. Бестолковые. Да они не взрослые, они хуже вас. Дети мало еще те. Так, ты посмотри их тут. Нет, я все правильно, в принципе, пришел. Дай. Проник кто-то сюда. А ты у нас стражник порядка прям. Прям всех ты у нас прям спасаешь. Чтоб не раздражали вы меня лишний раз. Смотрите в оба. Я сейчас. Спасибо вам. А все? Кстати. Все, мы молодцы. Мы еще выполнили еще ряд заданий. Мне главное нравится, вот эти приходят такие вообще, прям герои. Они больше всех участвовали. Больше всех. Больше всех участвовали. Тем временем еще один микрорайон, будем называть это так. Зона, зона. Еще одна зона, короче говоря. Зачищена. И давай... Да я не знаю даже чего. Вот чего. Давай вот что, давай мы сделаем точку обзора, чтобы понять вообще, что там происходит. Это раз. А, там дальше уже по ходу. Это не твой район. Так, погоди. Что-то я не пойму. Точку я поставил? Поставил, да. Как туда попасть... Это вопрос хороший. Это вон туда ж надо, да? Здорово, пацаны. Как у вас дела? Вы особо не переживайте, я ненадолго. Я так буквально ерундой, короче говоря, пострадать. Я любитель заниматься подобными вещами. Ну, ё-моё, Иви. Сумасшедшая ты моя. Так, быстрее, быстрее. Давай мы пробуем. Сейчас, 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 сейчас. Что такие быстрые корабли-то? Задурить можно.
Блин. Хрен доберешься тут. Так, ну почти, кстати, все, у цели. О, а че я еще тупил-то реально? Можно ж и вплавь добраться-то. Ну, ну вот идиот. Просто. О. Да ё-моё. Иви, иви. Все, поплыли. Так, сейчас доберемся. Я вообще что-то тупанул по жести. Я что-то подумал, что она не может плавать. Ну это вообще, конечно, жесть. Как нам? Вот сюда нам. Все. Джек Воробей. Капитан Джек Воробей, давай. Что мы тут имеем? Может, тут задания какие-нибудь другие? Хотя вряд ли. Все, скорее всего, да, то же самое. И ничего прям такого прям неординарного. Это куда? Так, понятно. Ладно, с этими, со всеми районами мы... Капитан Харгрейв 2. Давай мы вот его сейчас убьем, рядом находится, потому что... И... Убьем вот, да, его. Корабль. Вы чё тут это самое мешаете? Потом букве М пойдем. Задание же выполнить. Мы расхулиганились. Расхулиганились в этой игре очень знатно. Очень знатно. Грачи так вообще с ума сходили. То вообще мы никого не трогали. Совершенно никого. То есть они тут ходили даже по нашим районам. Хотя они, кстати, продолжают ходить. Они не боятся. Бросьте тело цели в темп. Давай. Я думаю, сейчас вообще мы тут такого натворим, что мало не покажется. Ну, ё-моё. Блин, вот с вами вот как... Ну давай же. Ну... Пацаны, чё ж вы так? О, комбо ударов такие пошли. Вот, нормально, нормально. Чё, дура, а? Ты, может, крутая, что ли, сама? Вот. Вот, 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 вот тот самый Assassin's Creed, который я привык играть. А, ну да, точно этого-то мы убили. А где он? Вот он, да? Так, это ты там все шмалять по мне пыталась? Ты косоглазая вообще. Тебя учили, видимо, очень плохо, что ли. Потому что ты не умеешь стрелять. Так, все, покиньте область. Мы молодцы. А вы нет. Все, еще район. Еще район мы отвоевали. Что такое, кстати, вот этот типа элемент убийства, что ли? Кукримастера ассасина, следующая награда. А, это награды. Типа, чем больше там, это, открываешь, правильно, все-все. Так, охота на топлеров завершено. Но тут темза-то, она, наверное, огромная, да? Это, считай, вот это вот все, вот это надо будет отвоевывать. Считай, ты с ума тут сойдешь. Но мы такую, видишь, просто полосу, короче, у нас так постепенно разрастается наш спрут такой прям. Так, ладно, глаз народа. Давай посмотрим, что там за глаз народа такое. Так, сейчас посмотрим, что там за глаз народа. Ну давай этот комбо-удар какой-то сделаем, по сути мы так пользуемся, а там что-то стрелять. Потом я еще разберусь. Поехали. Оп. Все, отлично. Вот
Так, вот. Вот это совсем другие дела. Прям великолепно. Ну, Иви, ну что такое случается? Совсем что ли ты с ума сошла у меня, а? Иногда тупишь. Так. Ну что, Маркс, что там у тебя? Ой, что чищать Карла Маркс, пока он что-то там произносит речь, что ли? Класс. Я так чувствую, сейчас я с ума сойду. Ой, с этим заданием. 100%. Как хорошо, что вы здесь. Наше предстоящее собрание хотят сорвать штрейкбрехеры или шпионы. Эти прислушники полиции. Негодяи и враги прогресса. Не бойтесь, мистер Маркс. Я настороже. Боюсь, что любое волнение в толпе приведет к насилию. Поэтому избавляйтесь от смутьянов без шума. Вундербар, спасибо. Я пойду готовиться, а вы идите внутрь. Ну, спрятать огнем, ведь прицелить цели, избежав обнаружения, похитить цели. Он пожертвовал многим ради нашего благополучия. Поприветствуйте мистера Карла Маркса. Да, чувак, ты уж не дергайся. Благодарю за радушный прием. Я стою перед вами с тяжелым сердцем. Это флагман промышленности и торговли Европы. Так. Так, похитьте цели, избежав обнаружения. На самом деле, сложно. Черт! На помощь! Ори! Иначе, блин, не знаю, что с тобой сделаю. Так. Вот с этим надо. Такой буйвол, он здоровый просто вообще. Караул! Да ё-моё. Кабана такого. Так, последний остался, да? Давай. Да уйдите вы все уже, людишки вы, я не знаю. Просто это там что-то толкает речь, все смотрят, как носимся, как идиоты. Все? Что надо делать? Идите по домам! А мистер Маркс останется! Спрячьтесь за кафедру, мистер Маркс. Это мой место. Опять побежал. О, блин. Седьмого уровня, пацаны, да? Блин. Сейчас выстрел. Ну чё, я тут как нахрен защищу ты? Блин! Вовремя, слушайте, комбо прокачали, я вам хочу сказать. Охренеть, как вовремя! Если бы мы его не прокачали, мы бы сейчас тут охренели бы просто.
Вот что значит повезло, блин. Эй, стоят вообще, всем наплевать. Вы сослужили большую службу рабочим Лондона, реформы которых мы добиваемся уже не за горами. Кстати, не хотите вступить в рабочую партию? Не люблю я политику. Он не любит всего, где надо думать головой. А вы вступите, товарищ Иви? Боюсь, у меня иные обязательства. Как насчет почетного членства? Не привыкли сдаваться, да? В этом мы с вами похожи. Auf Wiedersehen, друзья мои. То есть мы за Карла Маркса все прошли, что ли? Или что? Так, глаз народа, не быть полицейских. Ну все, мы молодцы. Ха. Слушайте, вовремя комбо. Просто капец, как вовремя комбо был прокачан. Вот этот вот изучен. Если бы не он, мы бы, серьезно, мы бы сейчас офигели с этой толпой. Я просто не знаю, как бы вообще всех выносил бы. То есть очень вовремя это было предпринято. Так, ну нам что? Нам тут Дарвин остается еще. То есть, в принципе... Ну, много всего еще, много. Но за Карла Маркса, получается, мы... Серьезно, за Карла Маркса, получается, мы все действительно прошли. Мы за Диккенса все прошли, за Карла Маркса все прошли. И потом все, что у нас сейчас уже пятая глава, я не знаю, сколько всего глав. Короче, ладно, будем разбираться, но это будет уже, друзья, в следующей серии. Пока на этом все, надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте жать колокольчик и заглядывайте в паблик, дабы оставаться в курсе всех новостей. Всем до скорого, всем пока.